Опорные университеты являются определенными двигателями развития субъектов не только с экономической и образовательной точки зрения, но и как способ реализации студентов через добровольчество и активное участие в социальных проектах и программах. Поэтому важно правильно выстраивать инфраструктуру работы волонтерских центров во всех регионах страны. Задача сегодняшнего дня – это понять, как это выстроено в России, в различных регионах, да, посмотреть на лучшие практики, посмотреть на то, что нужно доработать, где нужна какая помощь, поддержка, да, какие есть, возможно, какие-то сложности, и прийти к общему видению, как это должно быть выстроено в опорных университетах. Во время слета волонтеры 5 опорных вузов России и центров Краснодарского края обмениваются опытом и обсуждают проблемные вопросы. Сочинский госуниверситет в плане подготовки так называемых событийных волонтеров имеет богатый опыт. Именно поэтому этот опорный вуз взят за основу, и его специалисты будут оказывать поддержку добровольческому движению в других субъектах. Это целое большое дело. Их надо грамотно, правильно разработать и грамотно внедрить в нашем регионе. Мы предлагаем стать таким опорным центром, который будет разрабатывать стандарты событийного волонтерства, эти стандарты внедрять в других регионов, чтобы по этим стандартам деятельность волонтеров событийного добровольчества правильно развивалась в нужном русле. Отмечу, что подобные волонтерские слеты в России проводятся довольно часто. Для Сочи это первый опыт, но довольно успешный. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.